Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Ігор Сергійович Дятлов, депутат Миколаївської міської ради, голова фракції партії «Опозиційний блок». Добрий вечір. Добрий вечір. І так, Ігор Сергійович, тема важна, актуальна. Сьогодні, 15 сентября, прошло внеочередное заседание постоянной депутатской комиссии Николаевского городского совета по вопросам прав человека, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики. Рассмотрены вопросы, которые касаются, скажем так, событий суперрезонансных, произошедших в городе Николаеве. Одно из них — это вот сегодняшняя утренняя трагедия на проспекте Центральном, где, собственно, во время работы, во время исполнения своих рабочих, служебных обязанностей трагически погибли четверо работников коммунального предприятия. Что решили депутаты? В первую очередь нужно разобраться было в сути самой трагедии и понять для себя, почему эта трагедия произошла, есть ли в этом вина не только там того отморозка, который там пьяным сел за руль и так далее, да, который не соблюдал там скоростной режим и, по мнению очевидцев, просто пронесся и не заметил ни ограждения, не заметил ограждения, которое было за 50 метров до места, где работали люди, не заметил фишки, которые были расставлены на протяжении всего пути до момента, где люди работали. Ну и, соответственно, снес и убил людей. Мы хотели для себя понять, были ли соблюдены все меры безопасности. На нашу комиссию был приглашен руководитель коммунального предприятия Яновский Юрий Евгеньевич. Конечно, мы понимаем, это же большая трагедия, и человек потерял людей, с которыми он работал не один год. Но нашел в себе силы, и я ему благодарен, что он просто смог нам объяснить и показать всем, что по большому счету, согласно всех норм действующего законодательства, наше коммунальное предприятие и люди, которые работали, они выполнили все. Было ограждение, это был перекресток, там, где находится пешеходный переход, было ночное освещение, были выставлены все необходимые барьеры и так далее. Но, скажем так, от дурака порой этих методов недостаточно. Тем более, Виталий Валерьевич, нужно вспомнить, что так подобного рода трагедия была и год назад. Только она была не ночью, она была днем, и сотрудник тогда еще там милиции, полиции днем просто не заметил точно так же работников дорожной службы и наехал на них. Соответственно, к сожалению, мы должны сказать, что тогда никто не сделал абсолютно никаких выводов, что тех мер безопасности, которые прописаны законом, какими-то там очередными бумажками, их недостаточно. Пообщавшись с теми, кто работает в этой сфере, в наших коммунальных предприятиях, они мне говорят, что они неоднократно обращались к власти, уже к новой современной полиции, чтобы им были выделены хотя бы один экипаж, который бы стоял перед тем местом, где они выполняют работу. Потому что машина с мигалками, машина полиции, возможно, могла бы предостеречь такую трагедию и спасти жизни четырем николаевцам. Такое решение сегодня было принято на комиссии. Я так понимаю, что завтра же у нас внеочередная сессия. Возможно, эта тема будет опять подниматься и на сессии. Конечно, эта тема будет подниматься на сессии. Ну, конечно, в первую очередь мы просим мэра, чтобы он объявил день траура в городе Николаеве. Потому что трагедии подобного масштаба, к счастью, их не было. И надеемся, что их больше не будет. Второй вопрос – это следствие той бездарной позиции и политики, которая на сегодняшний день есть в городе Николаеве, в том вопросе, который касается криминогенной ситуации. Если прошлую сессию, неочередную, она не была закрыта, а ее закрыли заминированием, если после той сессии, опять же, не было сделано никаких выводов, и по сегодняшней проблеме, насколько мне известно, не было в городе Николаеве проведено, в городской власти, ни одного совещания. По одной простой причине, потому что за это по должностным инструкциям отвечает первый зам городского головы за координацию с сотрудниками, в данном случае полиции. А у нас-то зама нет уже год,
И фактически работы между, как и оказалось, что работы между городом и правоохранительными органами абсолютно нет. Она отсутствует напрочь, ее нет. А если вспомнить резонансные события, которые происходили несколько лет, давайте вспомним, уже стал крылатым у нас такой персонаж, как Казимиров, который наехал на и убил девочку в центре города Николаева на своем «Мерседесе». И получив там, подкрепившись какой-то справкой с больницы, фактически избежал наказания. Мало того, что избежал наказания, так уже после того, как он должен был быть осужден и отбывать свой срок в тюрьме, он 5 раз уже был пойман как старой милицией или там ГАИ, так и новой полицией. 5 раз его отпускали без прав. Он же лишен прав, он не имеет права водить автомобиль. Но был 5 раз пойман за рулем автомобиля, спокойно отпущен, не понес абсолютно никакого наказания и продолжает спокойно гулять и ездить на автомобиле по нашему городу. Давайте вспомним недавние события, которые всколыхнули город Николаев с мажорами. Да, то есть на сегодняшний день мы видим, что власть не держит эту ситуацию на контроле, а посчитала нужным. Вот уволили 3 полицейских, хотя мы говорили, что это неправильный метод. Уволили 3 полицейских и считают, что проблема решена. И фактически мы дошли до того, что сегодня вот эта безнаказанность, вот этот хаос, порядка нет. Оно позволило многим сегодня считать, да, а что тут такого? Давайте откроем новости и посмотрим. Каждый день у нас происшествия, при этом больше половины происшествий это водитель в стадии алкогольного опьянения. У нас маршрутчики уже ездят под наркотиками и в стадии алкогольного опьянения. У нас люди, не люди, позволяют себе ездить по проспекту, превышая скоростной режим там, под 200 км в час в стадии алкогольного опьянения. Когда такое было? Я сегодня на комиссии сказал, ну давайте обратимся, давайте вернем ГАИ. Худо-бедно, но эта структура работала, она отвечала за безопасность на городском режиме. И все-таки ГАИ так или иначе справлялась намного лучше, чем та полиция, которая на сегодняшний день есть. В силу многих обстоятельств. Ну просто эти мальчики, девочки, которых понабирали для работы в полиции, они не в состоянии быть и на дороге, они не в состоянии приезжать на вызовы в дома, они не в состоянии там тех же собачек и кошечек снимать. Они не могут эти все проблемы решать. Может, в каких-то странах и могут, но здесь не получается, не работает. Не хотите возвращать ГАИ, но давайте создадим тогда патрульную службу, которая непосредственно бы работала на дорогах и обеспечивала безопасность. Я считаю, что такая инициатива от городской власти должна пойти к законодателям, к Киеву, чтобы они прореагировали, такая служба появилась. Она вот просто уже кричит. Уровень, мы посмотрели, уровень ДТП за прошлый год и уровень ДТП в этом году за 8 месяцев уже превышает почти в 2 раза за 8 месяцев уровень ДТП, количество ДТП в прошлом году. За 8 месяцев. И судя по тенденции, к Новому году статистика будет говорить о том, что количество ДТП выросло практически в 3 раза. В 3 раза. Количество смертельных ДТП выросло практически в 2 раза. Речь идет о том, что это не единичные случаи. Сотни, я не побоюсь этого слова, 1000 людей по всей Украине гибнут каждый день на дорогах нашей страны из-за того, что там не могут навести порядок. Так проблема же заключается в чем? Ну, действительно, вон как кажется, тут, понимаете, какая может быть реакция? Ну, обратиться в городской совет завтра. Ну, это обращение может быть проигнорировано на уровне там, Министерства внутренних дел, там, я не знаю, там, Верховной Рады, там, Кабинета министров. Не готов сейчас сказать, кто на чем уровне, к кому вы будете обращаться и кто там должен будет прореагировать. С другой стороны, ну, вот такое вот, скажем, обращение вернуть ГАИ. Вы представляете, какой шквал негатива сейчас может на вас обрушиться, например, в Фейсбуке, вот в связи с таким предложением? Ведь это же тоже фактор, который влияет, в том числе на депутатов городского совета, не только на вас, на других людей. Вот такая ситуация, если... Далее, Валерьевич, тех людей, которые погибли, уже не вернешь. Это большая трагедия для семьи, и остались дети у этих людей, их не вернешь. Но при этом мы можем спасти других людей, которые сегодня живы, которые точно так же сидят в Фейсбуке и могут говорить, что они против того, чтобы вернуть ГАИ.
Но просто смотреть за тем, как гибнут люди, смотреть за тем беспределом и беспорядком, который накапливается день со дня. Мы с вами встречаемся в студии, у нас каждый день все больше и больше вопросов. Мы не можем сказать о том, что вот это направление сделано. По каждому направлению, которому не возьми, экономика, воспитание молодежи, криминогенная ситуация, ситуация с тем же мусором и так далее. Каждый день проблемы. И абсолютно нет ни одного направления, где бы можно было похвалить власть и сказать, ну наконец-то вы хоть это сделали. Поэтому я не боюсь от того, что на меня там будет вызвана какая-то реакция. Я об этом сказал на комиссии, сейчас об этом говорю. Да не это важно. Важно другое, чтобы мы приняли те решения, которые бы позволили сохранить в будущем жизни. 4 человека погибло. Это страшно. Еще одна тема, которая поднималась на комиссии, которая, собственно, и стала поводом и для завтрашнего дня. Я прошу прощения, да. Виталий Владимирович. 4 человека погибло. Это страшно. Но уже утром, спустя 4 часа, утром в 9 часов открываешь новости, и в центре города, на улице Большая Морская, пересечение Декабристов, водитель на пешеходном переходе сбивает мать с ребенком. Это уже не становится новостью и не становится резонансным событием. Это уже становится системой. И вот это страшно. И от того мы и говорим, там, не очередные сессии собирать. Мэру говорим, ну давай мы станем вместе с тобой. Ну возьми на себя, это же наши жители города Николаева. Это же те люди, ну, которые шли за тобой, это те люди, которые тебя поддерживали. Это те люди, которые от тебя ждут решений, волевых решений. Ну сделай ты это. Хорошо. Еще одна тема, которая, собственно, и несколькими днями ранее спровоцировала и внеочередную сессию завтрашнюю. Это подписание городским головой распоряжения о приеме на полигоне твердых бытовых отходов в городе Николаеве мусора из города Львов. Какой проект решения по этой теме, по этой проблеме на завтра выносится на сессию? Или там комплекс проектов? Ой, там комплекс проектов, потому что эта тема, она касалась не только того, что сюда пытались завести львовский мусор, а мы коснулись и глубже, мы увидели, что действительно проблема складирования ТБО и переработки ТБО – это кричащий вопрос. То, о чем мы с вами говорили на этой неделе, это уже подтвердили эксперты, что действительно в лучшем случае у нас есть 2-3 года. Это в лучшем случае. А если собрать весь мусор по стихийным свалкам, которые образовались на территории города Николаева, если их сегодня взять, собрать и привезти, то, по мнению экспертов, свалку нужно закрывать. Ей уже больше 40 лет. И свои проектные мощности она практически уже исчерпала. И мы надеемся, что завтра на сессии мэр или же кто-то из его подчиненных нам даст явную картину того, что они вообще собираются делать в этом вопросе. Будут ли они что-то делать? И в проекте решения мы четко прописываем, чтобы вплоть до 1 ноября была представлена программа, концепция на ближайший год, чтобы мы могли заложить деньги в бюджете и сдвинуть с места эту проблему. Что нам удалось, Виталий Валерьевич, за это время, что вот за эти там несколько дней? И депутатскому корпусу, и я хочу поблагодарить абсолютно всех, как бы там ни пытались скинуть этот вопрос в политическую плоскость. Это жизненно важный вопрос жителей города Николаева. Приехали и депутаты, и общественные деятели, и местные жители, и совместными усилиями добились того, что машины с нашего свалки уехали. Слава Богу, дело сделали, мусор уехал. Но вопросы-то остались. Остались вопросы, как он заехал, этот мусор. Каким образом оформлялись документы? Немаловажный фактор, а куда он уехал, этот мусор? Он выехал за территорию города Николаева? Выехал. А за территорию области он выехал или где-то разгрузился в поле? Мы решили обратиться в правоохранительные органы, чтобы они провели расследование. Чтобы ездишь номера машин, куда они уехали, куда этот мусор в конце концов доехал. Чтобы неповадно было. Нельзя так относиться к такому вопросу. То есть нельзя просто взять, выехать и выкинуть там львовский мусор на территории там Николаевской области. Это не важно, львовский или не львовский.
Опять же, там вопросы, которые будут подниматься завтра на сессии в контексте проекта решения, это то, чтобы запретить до того момента, пока не будет решена своя собственная проблема с переработкой мусора, запретить принимать мусор с регионов за межами Николаевской области. С вашей точки зрения, ну, есть, я не знаю, какое-то там вот предвидение, насколько единой завтра будет сессия, вот, собственно, в принятии таких решений. Я почему об этом спрашиваю? Потому что, опять же, Facebook, некое настроение задано. Мы единая страна, мы должны помогать. А кто не помогает, тот сепаратист. Мнение депутатов практически всех фракций было, ну, достаточно жесткая такая реакция по поводу тех деятелей, так называемых, которые позволили себе такого рода высказывания. Если это является сепаратизмом, защита своего быта и защита своих людей, и, ну, называйте это как хотите. Я не считаю, что завоз мусора со Львова в Николаев – это благое дело для николаевцев. Я не вижу здесь ничего хорошего. Тем более, что информация для, вот, для наших жителей города Николаева, понимание того, что у нас за 40 лет уже скопилось мусора, была названа сегодня эта цифра в толщине или в глубине около 40 метров. Около 40 метров мусора. И та трагедия, которая произошла во Львове на полигоне, которая спровоцировала вывоз львовского мусора по всей территории Украины, по большому счету, есть огромная, большая опасность того, что это может произойти у нас. Но давайте мы точно так же будем и развивать, и должны, с моей точки зрения, говорить об этом вслух. Да, чего-то подобного не произошло, и дай бог, чтобы не произошло никогда у нас в Николаеве. Но рядом большой микрорайон, большая Корениха. Люди просто заложники всей этой ситуации. Свалка горит часто. И постоянно. Микрорайон накрывает ядовитым смогом. Вода, которая идет в этот микрорайон из водозаборов, она отравлена свалкой. Конечно. Ее использование запрещено даже в технических нуждах. А другой воды там нет. Ну, то есть, ведь эти проблемы существуют всегда. Просто вот эта вся история, она просто актуализировала, заставила, может быть, и слава богу, обратить внимание на и вот эту вот всю проблему, и глубину этой проблемы. Она вот как бы раскрыла этот нарыв, и мы увидели глубину этой раны. Но есть опасность, Виталий Валерьевич, есть опасность того, что после пятницы наступит понедельник, следующая неделя, и эта проблема со стола там, мэра города или же его зама, она уйдет в какие-то папки, которые будут накапливаться, и они опять забудут решать эту проблему, так как они забывали на протяжении этого времени и о других проблемах. Тот же вспомним снежный коллапс. Неоднократно мы говорим, что вот зима на пороге, давайте же к зиме подготавливаться. Где же совещание, где мероприятия по подготовке зимы? Нет. И питание в детских садах и школах. Я могу ворох этих проблем сегодня перечислить, которые с одной стороны показывали актуальность, с другой стороны оставались где-то в папках. И, к сожалению, мы не видим абсолютно никакой работы. При том, что в горисполкоме работает там около 1000 человек. Мы не можем найти тех, кто бы действительно мог бы заняться своим направлением. Считаю, что вопрос структуры, о котором мы неоднократно говорим, еще раз повторяем, вопрос структуры – это вопрос номер один. Если не будет сегодня легитимного зама, который бы работал с правоохранительными органами, координировал его, очень сложно навести порядок. Мы же видели по сессии. Лебедь, рак и щука. Выходит 4 человека на трибуну, чтобы отчитываться о работе. Но это же нонсенс. И у них между собой нет координации. Должен быть хотя бы один человек, профессионал, у мэра города, который бы мог ему говорить правду. А мы видим, что, к сожалению, Александр Федорович стал заложником, оградил себя людьми непрофессиональными и становится заложником того, что он просто реально не владеет ситуацией. Как подтверждение этому, опять же, та же ситуация с мусором, он допустил ошибку. Ошибку, которая могла привести к достаточно серьезным последствиям. Мы ожидали, что, в принципе, к сегодняшнему дню он поймет уровень своей ошибки и просто возьмет и отменит распоряжение.
И на сессии скажет, ну, как говорят, да, там посыпет голову пеплом, признает свои ошибки, вызовет тем самым и уважение внутри депутатского корпуса и отменит свое решение. Мы видим, что, к сожалению, он пока его только приостановил. Незаконное решение легитимизировал еще и тем, что его приостановил. Зачем? Я не понимаю. В общении с ним, которое у нас было, я ему говорил, что, ну, Александр Федорович, не ошибается тот, кто ничего не делает. Но вовремя признать ошибку, это сумеют только настоящие люди и настоящий мужчина. Слабые будут находить оправдание и пытаться скрыть это все дело. Я надеюсь на то, что у него хватит силы признать ошибки и их исправить. Ну, будем надеяться на то, что он это сделает, а мы будем помогать. Ну, будем надеяться, но на самом деле уже пресс-конференция городского головы, которая там происходила во вторник, по-моему, если я не ошибаюсь, с моей точки зрения, риторика, которая там звучала, уже говорила о том, что городской голова не готов признавать ошибку. Не готов признавать ошибку. И в этом, как мне кажется, проблема. И в связи с этим, ну, собственно, подводя итог к разговору, еще один вопрос. Те, кто работает с ним, не могут ему сказать правду. А когда ты ему говоришь правду, говоришь, Саш, ну что ты творишь? Ну посмотри. И посмотри, куда тебя заводят те люди, которыми ты себя окружил. Он, к сожалению, предпочитает верить тем, кто рассказывает ему, какой он правильный и великий, вместо того, чтобы верить тем, кто говорит ему правду. Так вот, все-таки возвращаясь. И в ходе вот этой дискуссии, которую мы наблюдаем несколько дней, и неоднократно, ну, от людей, скажем так, разного уровня, мы слышим такой комментарий, что и само решение-то было незаконным. Оно принято в незаконный способ. Вот, например, перед вами в этой студии был народный депутат Андрей Вадатурский. Вот законодатель говорит, это незаконное решение по поводу, собственно, вот так, да, как оно произошло. Ну, я не знаю, как минимум к моральной ответственности нужно будет призвать городского голову завтра на сессии. Смотрите, подписание распоряжения – это процедура. Есть закон Украины о местном самоуправлении, есть внутренние документы, которые регламентируют, что мэр может делать, что не может, что касается его направления и что не касается его направления. Подобного рода документы, они не касаются работы мэра. Он не может дать распоряжение коммунальному предприятию. Коммунальное предприятие – это хозяйственный субъект, и туда запрещено законом вообще влазить. Ему можно было порекомендовать все, что угодно. Ну ладно, уже принят некое решение исполкома, и то нужно было смотреть, там, насколько оно законно. Фактически это дело коммунального предприятия – принять решение, принимать дополнительный груз или не принимать. При этом мэр не может взять просто бумагу и написать распоряжение, номер такой-то, и подписать его. Эта бумага проходит согласование нескольких отделов, профильных замов и обязательно юридический департамент. Я не верю в то, что профессионалы, ну и юристы, которых я уважаю как профессионалов, горисполкома могли согласовать такую бумагу. Я просто в это не верю. И поэтому мы пригласили на сессию именно начальника департамента юридического горисполкома Кирван, чтобы она дала информацию, согласовывала она такое распоряжение или же нет. Ну, скажем так, это вызовет у меня большое удивление, если она его согласовала или же не написала там какое-то особое свое мнение. Мы же с вами понимаем, что они-то все подчиненные мэра. И если он сказал, вот нужно, значит нужно. Если это было так. Поэтому мнение адвокатов, юристов, депутатов, имеющих опыт, мнение бывшего мэра Гранатурова Юрия Исаевича, который он сегодня озвучивал на комиссии по законности, мы едины в своем мнении. Это решение было незаконным. Он не имел морального, не имел юридического, морального, этического права подписывать такого рода бумаги. Его банально подставили. Но опять же, Виталий Валерьевич, ну это же игры-то заканчиваются. Ну уже хватит играть в ребячество. Детский сад уже приводит к тому, что это может вылиться в реальные трагедии. Хорошо, будем надеяться, что завтрашняя дискуссия, как это, правильные выводы из нее будут сделаны всеми участниками. Игорь Дятлов, депутат Миколаївської міської ради, голова фракції партії «Опозиційний блок». Пусть нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, найкращі успіхи вам. До побачення. До побачення.